Пора молодых. Состав Московской областной избирательной комиссии с правом решающего голоса выдвинута студентка из Щелково Дарья Косова. Такое решение приняли на своем 46-м заседании члены районного совета депутатов. Косова Дарья, которая у нас входила в нашу территориальную избирательную комиссию, возглавляла молодежную избирательную комиссию. То есть, несмотря на то, что достаточно молодая девушка, но у нее большой опыт. Это своего рода прецедент на ответственную работу, очень важную для общественно-политической системы и избирательной практики в масштабах области, направляется совсем еще молодой человек. Дарья Косова – студентка. Она учится в Московском государственном юридическом университете имени Кутафеда. В будущем дипломированный юрист, Дарья участвовала и неоднократно побеждала в районных и областных олимпиадах по избирательному законодательству. С прошлого года она возглавляет молодежную территориальную избирательную комиссию Щелковского района, входит в областную молодежную избирательную комиссию. Вот эту молодежь, которая не просто активна, но может и хочет заниматься профессионально деятельностью, то ли, допустим, избирательным правом владеть в совершенстве, вот эту молодежь мы вычленяем. И вот Даша относится к этой молодежи. Это очень правильно. Молодежь должна обязательно идти во власть для того, чтобы у нас было будущее. На заседании депутаты также утвердили положение о порядке проведения ежегодного отчета главы Щелковского района перед населением в новой редакции. Помимо этого, они рассмотрели и удовлетворили протест городской прокуратуры, которая просила внести необходимые по законодательству изменения в порядок ведения публичных слушаний по бюджету. Андрей Цеходович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».